Сегодня в Муроме с официальным визитом побывала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Глава региона провела рабочее совещание с руководителями промышленных предприятий округа. А до этого Светлана Юрьевна посетила ЗАО «Муром» и осмотрела работу одного из цехов завода. Губернатору показали работу участка по производству фанеры на автоматической линии. Высокотехнологичное производство с минимумом ручного труда было запущено относительно недавно при поддержке правительства России. Объем инвестиций составил более 750 миллионов рублей. Сейчас предприятие готовится к реализации еще одного масштабного проекта – строительство нового завода по производству плит ДСП. Соответствующее соглашение уже подписано с руководством города и области. Администрация Мурома уже выделила земельный участок под будущий завод. В целом же, если говорить об экономической ситуации в округе, то, по словам главы Мурома Евгения Рычкова, показатели развития промышленности позитивные. По промышленности у нас рост и большой рост, почти 20%. Это не так сказалось на бюджете, потому что там свои есть механизмы. По бюджету у нас всего 1% роста, но это тоже хорошо, поскольку любой рост сейчас должен приниматься очень положительно.